Каждый раз, когда вратарь не останавливает игру, это значит, что происходящее на площадке его устраивает. Ну, не всякий раз. Это еще может означать, что он очень не хочет вбрасывания в своей зоне, потому что из вбрасывания в его зоне могут тут же вырасти проблемы. Вот примерно такие выручил, проблемы. Да. И теперь уже таких моментов, где СКА мог забросить. Да, там не только момент для завершения, но еще и повторный бросок у Гусева был. Поднял клюшку Павел Тацук очень технично. И Гусев, причем, тоже как бы так, сначала в один угол, потом в другой. И Гудочек сумел ответить сначала одним щитком, потом другим, успевая среагировать на бросок Никиты Гусева.